сам покажу вам! Стойте! Стойте! Держи! Держи! День добрый. Где да они? Что? Смотреть надо, глаза на что надо. Друг. Чего такое? Чего? Соседка! Кто бы это? Соседка! Сейчас иду. Ой, да кто же это? А, добрый день, Тащуайки. Слушаю вас. Когда он человеком станет? Я не приходил жаловаться, когда он по моей крыше прыгал, как бешеная сорока, и всю продырявил ей. Я простил его. Да что ж ты еще натворил, горе мое? Вот, полюбуйтесь, на что стал похож бойцовый петух. Он ему повыщипал весь хвост. Понимаю вас, Ташбуну. Если бы его отец был жив, он бы не рос оболтусом. Не сердитесь, прошу вас. Женщине ведь одной трудно со всем управиться. Голова у меня кругом идет. Забот-то сколько, а помочь мне некому. Где мне уж за этим неслухом уследить? Сделайте такую милость и на этот раз простите его. А у тебя что, шея не гнется? Кланяйся в ноги. Сейчас же моли прощения. Кайся. До каких же пор мне краснеть за тебя? Я больше так не буду, дяденька. Знаешь же, негодяй, жаль твою несчастную мать. А то бы я так надрал тебе уши, что шурпу на них можно было бы сварить. Чтоб ты никогда не вырос. Иди в дом. Ух, чтоб тебе пусто было. Дурак ты, дурак. Да иди ты. Слушай, Шапок, а где тряпичный мячик? Он в углу лежит возле кукол. А там его нет. А где же он? Ах, это ты его взял, конечно. Ишь ты, развалилась, как барыня. А ну-ка, отдавай яйцо. Чтоб тебе привалиться. Куда? Опять на улицу. Иди сюда, разожги огонь, а то я совсем ослепла от дыма. Что, а? Я тут около тандыра вспотел. Ну-ка. Так вот, оказывается, ты какой. Думаешь, легко мне вас прокормить? Вместо того, чтобы помочь, из дома тащишь. Ты знаешь, как мне достается ваш кусок хлеба? Ты об этом не думаешь.
твои годы другие уже зарабатывают, а ты норовишь из дома утянуть. Да ты понимаешь, что ты делаешь? Чью долю ты отрываешь? У кого? У своих родных сестренок? Не говори ты так, мама. Чем я прогневала Аллаха? За что он меня наказал? Мама. Зачем мне терпеть мучения эти? Да пропади ты пропадом, горе мое! Ой! Что это? Боже мой! Постой! Сынок! Вот это кто? Сосед? Ты что прячешься? Пойди-ка сюда. Иди, иди. Не бойся. Не. Стой, щенок! Сейчас же подойди сюда. Кому я сказал? Думаешь бежать, как дыню башку оторву. Стой, поганец! Держите его! Всевышний, спаси, помилуй, спаси, помилуй. Ха-х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 а-
Ассалам алейкум. Ва алейкум ассалам. Ва алейкум ассалам. Ассалам алейкум. Ва алейкум ассалам. У мастера Карима сын родился. Когда ему устроить праздник? По этому поводу мы поговорим завтра, после утренней да молитвы. Будет так. Ассалам алейкум. Мир тебе, сын мой. Ты опоздал, намаз уже кончился. Простите меня, господин, я пришел издалека. Можно мне до утра остаться в мечети? Издалека, говоришь, откуда же ты пришел, мальчик? Ташкентский я, господин. А, и что же тебе нужно в наших краях? В медресе я учусь, господин. Сейчас лето, каникулы у нас. Хочу немного подзаработать. Вот и хожу по кишлакам, может, кто и наймет. А, вот оно что. Значит, ты в медресе учишься. А в каком? Кто твой наставник? Ну, в этом... В главном медресе. И учитель у нас самый известный. А, так-так. Ты воспитанник медресе. Не знаю, в каком тебя медресе учили, но врать ты научился. Да нет, что вы, я... Хватит, хватит. Идем со мной. Живот твой, наверное, давно уже плачет. Немного есть. Тогда пойдем. Ты вот тут пока посиди, а я тебя сейчас принесу поесть. Слушаюсь, господин. А, молодец, молодец. На вот тебе, ешь. Ешь на здоровье, учащийся. Поосторожней с ложкой и миской. Не беспокойтесь, не проглочу. Эй, ты что так побледнел? Не бойся, не зарежу. Бык тут у меня один объелся. Вот уже четвертый день лежит и не встает. Боюсь, как бы не околел нечистым. Ты вот все это возьми и ступай. Устройся вон там, возле хлева. Но смотри, будь начеку. Как только быку станет хуже, сразу втыкай ему нож в горло и зови меня. Тебе скотину резать приходилось? Для меня зарезать ничего не стоит. Я в курятнике столько насмотрелся. Ну вот и хорошо, хорошо. Значит, как только бык захрипит, воткнешь ему в глотку нож и позовешь меня, понял? Будьте спокойны, господин, все сделаю, как вы сказали. Гляди, не проспи, иначе скотина подохнет поганой, без молитвы. Что я, маленький? А у вас чайку не найдется? Еще чего захотел, в арыке полно воды, ребенку вредно пить чай на ночь. Жадина. На быку совсем плохо. Эй, погоди, не умирай, нечистое отродье. Где ты? Бык! Ой! Ты запинаешься! Вот! Получай! Вот! Ой! Слава Аллаху, успел! Ой! Будь ты проклят, твои предки, мерзавец! Вот тебя получай! Вот чтоб ты сам сдох со своей услугой! Чтоб тебя самого проткнул! Проходимец! Вместо быка ишака зарезал окаянный! Ишака, которого в благословенной Бухаре я купил за 3 золотых, а ты его зарезал! Болван, а бык так и сдох поганый без молитвы! Вот тебе получай! Стой!
Стой, проклятый! Держите вора, держите! Эй, эй, кто тут есть? Ловите его, хватайте! Стой, поганец! Вот, ну, погоди, выродок, я придушу тебя! Стой! Держите! Держите вора! А будь проклят твой отец, породивший тебя! Стой! Стой, оборванец! Я убью тебя! Ну, погоди, собачий сын! Стой! Аллах, спаси его душу! Джанаке, вы уже здесь? Джанакя. Дорогая. О, ничего. Лучше поздно, чем никогда. Я думаю, твой муж начал обо всем догадываться. Захожу к нему в лавку. Насу на 10 копеек купить. Сыпет маленькую щепотку. Еще волком на меня смотрит. А ведь другой бы мне целую табакерку насыпал. Не обижайтесь, дорогой мой. Он уже такой скряга, чтобы его черт побрал. Ему бы побольше денег. А есть у него жена или нет, этого не волнует. Ой, плохо остынет. Пожалуйста. Прошу. Прошу. Берите. Где ваша рука? Как где? Вот. А это чья рука? А ну, вылезай-ка. Живо! Вылезай, говорю. Ты кто? Отпусти мою руку, сам ты кто? Я тебя спрашиваю. А я тебя спрашиваю. Хочешь жить, отвечай мне. А ты не хочешь жить, отвечай мне. Скажи-ка, ты наглец, братец. Дорогой, как ты попал сюда? Что ты делаешь здесь, в чужом очаге? А может, ты дьявол или сумасшедший, а? А вы что, не видите? Ой, говори потише, пожалуйста, очень тебя прошу. И все-таки, как ты в тандыр попал? Что тебе там было нужно? А ему
ему что нужно? Чего он крутится вокруг чужого тандыра? Молчи, гаденыш! Убью! Молчи, тандырку толкаешь! Давай сгорел там в огне! Заткнешься ты или нет? Хорошо, ну молчи! Молчи! Тише ты, тише! Ну, успокойся, ну зачем кричать? Не надо! Что ты делаешь? Ты же кричу, чтобы он убил меня! Нет, 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 я не буду тебя убивать, не буду, ты вот что! Иди-ка ты лучше по-хорошему, иди, дорогой, иди домой! Куда я пойду? Я хочу есть! Ой, миленький, что ты раньше-то не сказал? Вот тебе не одна, да, а две лепешки. Бери лепешку, давай-ка, братец, уходи. И прошу просто тебя, уходи отсюда. Ступай, дяденька, дайте мне на дорожку хоть немного денег. Ох, вот нечестивец. Да, попали мы с тобой в беду. Ой. На, и проваливай побыстрее, чтобы тебе пусто было. Да уходишь ты, наконец. Благодарю, почтеннейший. Не грустите! Люди, послушайте! Сегодня ночью правоверного мусульманина ограбили! Гости нашего чеснока ограбили! Стыд и позор на наши головы! Кто-нибудь видел из вас воров? Вон кто-то спит! Где? Покажите мне его, ну разойдись! Это ты! Ты украл! Негодяй, отвечай! Это я украл! Я ни у кого ничего не крал! А это что? Куда дел остальные? Бумажные деньги! Отвечай, а то плохо будет! У меня не было других денег! Врешь! Ты их куда-то спрятал! Ой, узнаете его? Не знаю. Это он грабил вас? В темноте не разглядишь. Отвечай, жулик! Да нет у меня денег! И я тут вообще никого не знаю! Белгий, не бери грех на душу! Ты кого, щенок, хочешь провести, а? Говори, ты взял байские деньги! Алмат, а вдруг этот мальчишка невиновен? А я уверен, он напал! Ты подумай, как мог напасть на бая такой мальчонкой? Да у него и силенок не хватит. С этим мужиком он ни за что не справится. Он не один, конечно, нападал, ему дружки помогали. О каких дружках ты говоришь, Калмат? А? Неужели ты думаешь, они бы его бросили? Не станут воры связываться, с кем попал. Да видать, он больной, припадочный. Когда на них-то ходит, они по земле катаются. Вот он и побился весь. Ни один вор такого себе в дружки не возьмет. Чего болтаете? Он вор, и нечего его защищать. Сейчас он у меня во всем сознается. Смотри в глаза мне. Если соврешь, они у тебя вытекут, и ты навсегда слепнешь. А по всему телу пойдут волдыри, тогда уже поздно будет. Не надо, нет, нет. Вчера со своими дружками ты тайно пришел сюда. Вы ограбили бая, а потом ты припрятал денежки, верно? Ты! Я зарезал вашего бая после его быка и шагом отрубил голову. И мама тоже убил, отрезал хвост у мыши. А сейчас я зарежу тебя! Вы слышали? Слышали? Да ты чего мелешь? Он совсем с ума сошел, видите? Видите, он с ума сошел! Thank you.
Послушай, сынок. А, сынок, куда путь держишь? Что молчишь? Язык проглотил? Переведите меня на тот берег. Сам не смог перебраться. Ладно, полезай. Чуть не утонул. Конь двоих выдержит. Крепче держись. Ну, поехали. Чу. Ну, так откуда ты? Чей сын будешь? Я круглая сирота, дедушка. Ни крыши над головой, ни корочки за душой. Хожу по кишлакам, кто что подаст. И ты один сирота на свете. Сколько еще таких? Не печалься. Настанет день, сынок, и тебе повезет. Покой всегда забывается. Поверь мне, старому человеку. Да сбудутся ваши слова. Судьба, судьба. Ох, сиротская доля, будь она проклята. Яблоко сладкое, ешь. Вы не знаете, как за конем ухаживать на хлебнике. Как следует вымыть и причешить. Слушай. Я хочу покататься. Сейчас, молодой господин. Садитесь. Держитесь крепче. А, это прибайщик, джигит. Ну, яблоки собирать умеешь? Умею, Баэта. Умеет, говорит. Ну, и что дальше? Хорошо буду собирать. Хорошо будет собирать. Так, но учти, это тебе не камни швырять. За работу рассчитаюсь яблоками. Согласен? Согласен, Баэта. За месяц 2 пуда и 4 фунта получишь. Зеленый, спелый, вперемешку. Вперемешку? Почему? Согласен, Бета. Ну, и что дальше? А дальше вот что. Надо поступать по закону. Как говорится в шариате, когда ты продаешь что-нибудь, должен показать все пороки товара, так, Бета? Вот и у меня тоже имеется свой порок. Ты что же? В постель мочишься или на руку не чист? Нет. Другой у меня порок. Я с детства люблю приврать. Так, немного. Пожалуйста, не обращайте уж на это внимания. Ничего не могу с собой поделать. А насчет платы спорить не стану, Баэта. Собачий сын. Ну и хитер же ты, а? Да ничего, ничего. Только ты ври уж не так часто. Попробую, Баэта. Ну и что же дальше? Ассалам алейкум.
труба это кандиль уже постел. Кандиль постел. Ну и что же дальше? Дальше? Надо собирать. Надо. А дальше что? Дальше что? Дальше продавать надо. Продавать надо. Ну а дальше что? А дальше что? Не понимаю, боятся. Не понимаешь, бездельник. Так что ж ты болтаешься? Работать надо, работать, работать! Негодяй, работать надо! Кормить надо лучше! Чтоб ты подавился этими яблоками! Сейчас хозяин наш, наверное, вовсю гуляет. А куда это он уехал, а? Чуволочи к новой женушке, самой любимой. В Кирясы не думают возвращаться. Яблоки осыпаются, зря столько добра пропадает. Дело хозяйское. Прикажет, будем собирать. Надо бы съездить, спросить. Вот ты и поезжай. Вот еще. Как залает, что дальше, человека с ума сведет. Я не враг себе. Я вот что думаю. Что? Давайте я к нему поеду. Кто? Ты? Да. Ассалам алейкум. Алейкум ассалам. Слезай. Бог в помощь. Спасибо, сынок. Баята, тот самый сирота приехал, его пустить? Иди. Ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Подойди поближе. Ассаламу алейкум, поэта. Ну, зачем приехал? Так просто. Повидать вас приехал. Очень мы соскучились, вот и послали вас навестить. Хорошо, хорошо, похвально. Да, но, сдается мне, не просто так ты сюда приехал, не просто так. С каким же делом тебя послали? Что там у них? Такой есть нож у вас с ручкой слоновой кости, помните? Ну? Он сломался у нас, вот дело-то в чем. Так и что дальше? А чего же он сломался? Кроме этого ножа в моем хозяйстве остальные перевели, что ли? Нож наткнулся на кость, вот и сломался. Шкуру сдирали с вашей борзой. Ну и что дальше? Зачем вы шкуру собаки сдирали? Торопились очень, боята. Сдохла она. Хотели, чтобы от собаки хотя бы шкура осталась. Отчего же она сдохла-то? Да будьте вы прокляты. Мясом дохлой лошади объелась. Вот отчего. Кто подсунул ей мясо дохлой лошади? Откуда взялась у вас дохлая лошадь? Так ведь это не чужая была лошадь. Ваша, белая, с черной отметиной. Собака ее мясом объелась и сдохла. Ты что, спятил? Да ты соображаешь, что плетешь? Белая с черной отметиной околела? О, Всевышний, почему она околела? Слабая она была. Слабая была, говоришь? Да это моя самая лучшая лошадь! Потому-то и сдохла. Ее ни разу в арбу не запрягали. А когда запрягли, чтобы бочку воды привезти, надорвалась. Да вы что там, совсем сдурели? У меня столько лошадей, а вы на той, которую я готовил для скачек, вздумали воду возить, болваны! Баята, дурак даже не станет думать, на какой лошади воду возить, когда в хозяйстве пожар начинается. А? Всемогущий создатель, что же это за беда на мою голову? Несчастный я. Ой. Да ты что, в своем уме, бездельник? Где горело? Какой пожар?
Огонь-то откуда взялся? Что там сгорело? Говори, что сгорело? Дом ваш сгорел, хозяин. Очень большой был пожар. Долго горело. А усадьба? Усадьба-то? И усадьба ваша сгорела, и амбары ваши сгорели, и лошади все сгорели, и ваш нож сломал. Горе мне, разорился я. Не плачьте, бая-то, лишь бы голова была цела. Пшалон! Будь прокляты твои предки, злодей! Аллах, в чем я провинился перед тобою? Откуда взялся огонь? Как начался пожар? Почему? От свечи, боя-то, все от свечи. От свечи? Ты рехнулся, болван! Давно уже в моем доме не жгут свечей. Из Ташкента я привез целую кучу 40-линейных ламп. Куда они подевались? Керосин я запас столько, что на целый год хватит. Да вы человеку не даете слова вымолвить. Кто же за упокой души у головы умершего вместо свечи лампу ставит? Подумайте, с чем будет играть дух предка покойного, когда он прилетит? Чашу с водой поставят, сверху веточку яблони положат. Дух превратится в бабочку и на ветку сядет. Немного отдохнет, а потом примется кружить вокруг пламени свечи. Боже, боже. Кто умер-то? Страшно сказать. Бурибайчик! Он на дерево полез и хотелось ему птенчика создать из гнезда. И он это, сорвался оттуда, он летел и кричал: «Баба Илья!» Мой сынок! Мой сынок! Зачем ты умер? Зачем маленький умер? Почему я умер? Мой сынок! Зачем ты умер? Что случилось? Что там? Сынок мой, родненький! Родненький ты мой сынок! Сынок! Сыночек ты мой! Родной мой! Свет очей моих! Надежда моя! Родимый! Печеночка ты моя! Мой родной! Сердце мое! Мое солнышко! Родной мой! Родимый мой! Ну кого ты нас покинула? Родной мой! О, горе мне, горе! Зачем ты меня покинул, родной мой? О, родной мой, родимый! Горе мне! Папочка! Папа приехал! Подарки привез! О, Господи! Папочка! Бурибайчик, ты? Да, он. Слезай! Спускайся! Не слезу! Не хочешь? Слезай! Все же слезай! Я все равно достану! Что вы хотели? Что я, дурак? Всех святых сейчас вспоминать будешь! Отлупим, как последнюю тварь! Слезай, щенок! Ага, попала! Чего ты вздумал? Ты бешеный! Научи меня! Слезай, говорю! Подарки! Слезай! Получайся! Схвачу и залечу! Я несчастный! Вот вам! Я тебе припомню! Еще! Полезай за ним! Скинь его! А мы тут добавим! Ну теперь здесь! Стой, на него! Стой! 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 Что это за штучки, а? Собачий выродок! Я не могу не соврать! Я же вас предупреждала об этом! Надеюсь, это уже все? Нет, Баята, это еще не все! Что? Что еще не все? Чудовище, тебе моей крови было мало, ты убить всех нас хочешь! Чтоб тебе сдохнуть! Да будь ты проклят, поганый щенок! Вон с моих глаз! Заплатите мне за работу! Убирайся вон, я убью тебя! Я никуда не уйду, пока вы не заплатите! Раз мы договорились, вы обязаны заплатить! Бай, он честно работал, заплатите ему.
Не берите грех на свою душу. Не обижайте бедного сироту. Ну-ка, насыпьте ему мешок гнилых и червивых яблок и вздуйте его как следует. Будет исполнено. Слушаемся, хозяин. Неблагодарный. Яблоки! Сколько? Сыпку жру. Яблоки! Сахарные яблоки! Солнечные, медовые! Купите, не пожалеете! Еще придете! Налетай! Вадик! Эй, мошенник! Кому яблоки? Убирайся подальше! Там налетай, торгуй. Покажи! Яблоки купи! Персики покупай! Слаще меда, дешевле нигде! Персики романганские, ароматные! А вот дыни, куктябы, свалды, любые, какие только пожелаете! А вот сундуки, сундуки и шелковицы! Покупайте люльки для сыновей богатырей! Пожалуйста, к его величеству плову! На курдючном сале из молодого барашка! Подходите, пока горячий! Настоящий уйгурский лагман! Уйгурский лагман! Кислое молоко на льду! Отбей худо! Алейкум ассалам. Кипятейка понадобилась. Выбирай, выбирай. Очень хорошо. Почему маловато? По-моему, в самый раз. Другую проверяй. А какая велика? Очень идет. А эту? А, очень идет. Бери. Идет, то идет. Бери, хороший. Но беднику такие не подходят. Моя лучше всех. Эй, постой. Твоя кипятейка даже на подстилку не годится. Постой. Чикенди побывал. На обратный путь нанялся погонщиком скота. Вот барана заработала. И думал я, что ты еще живой. Чего? А твоя мать уже хотела траур объявить. Не надоело бездельничать. Дурак, я работал, добывал деньги. И сколько ж ты заработал, а? Тебе и не снилось, на 10 таких баранов хватит. А ты не врешь? Нисколько. Как тебе удалось? Надо уметь. Голова для чего дана? Есть хочешь? Немного. Пойдем, угощу. Ладно. Айда со мной. Здорово, мам, да? Еще как, всю жизнь только и катался. Люди! Слушайте! Эй, всем известный и многоуважаемый Юбатыл Бай вместе со своей дочерью Марьямхон в большом караван-сарае открыли новый большой цирк! Цены за билеты от Мерида Тайга! Пишите видеть! Вот Абдураим богатырь! Он может одной рукой поднять 8-футовый чугунный котел! В зубах запросто под имя двух бычков стоит Каримбая! А вот перед вами Шарлотта Ханум! Ее собачки обучались в знатном медресе Петербурга. По-китайски считают до 50, говорят на 8 европейских языках. А вот Эмилия Ханум, она выступала по всей Франции и Германии. Здесь вы видите только часть ее удивительных выступлений. Эй, приглашаем всех под шатер цирка. Пойдем в цирк? Нет. Почему? Потому что билеты дорогие. А еще потому, что Майранхов выступает голый. Чтоб вы увидели, а я боюсь голых. Смотри!
смотрите и любуйтесь. А сейчас чудо из чудес. Изобретение германов, пузырь, надутый дымом. Поднимают в небо сразу 15 человек. Ха-ха, 15 человек? Вот так, господа. А это Валентина Федоровна, царство ей небесное. Кормилица белого царя недавно умерла от колита. Боевые действия на западноевропейском театре принимают в Германии драматический характер. Грандиозное сражение под Верденом завершилось блистательной победой англо-французского оружия. Шашлык из молодого барашка. Шашлык готов? Готов, готов. Сделайте два лагмана. Полтанька. Чего им? Дай ему два лагмана. Салам алейкум. И мне один. Сейчас будет. Салам алейкум. Один лагман. На, ешь. Здорово здесь, Оман. Да, неплохо. Только что может с домом сравниться, Карабай? Вора поймали! На базаре вора поймали! Господа, я вам покажу! Представление окончено! Бежим, бежим, посмотрим! Мусульмане у меня стащили деньги! Меня обокрали, меня! У меня вытащили наручники! Разойдись! У меня вертелся! Только он мог! Только у тебя дело было! Меня! 8 рублей, 4 тонька! Тихо вы! Я не получите! Я же сказал, 8 рублей, 4 тонька! А в чем они были? Как в чем? В кошельке! Вот в этом кошельке! Дай сюда кошелек! Тихо вы все! Дай сюда сейчас! Тихо! Тихо! Откройте кошелек! Там серебряное кольцо, на нем надпись «Уали». Посмотрите, посмотрите! Тихо! Хотел тощего барашка купить подешевле. Вот! Вот мое кольцо! Вот оно! Вот! О, Али! Вот, мусульмане! Это мое кольцо и мой кошелек! Что? Я не соврал! Это мое, все мое, и кошелек, и деньги, и кольцо! Люди правоверные, что же делается? Обокрасть бедного ремесленника! Все видели? А? Вот. Не вор я. Вот мои свидетели. Они все видели. Все. Они подтверждают, что меня украли. Это же мое кольцо. Пошли, пошли к судье к Сокову. Там во всем разберемся. Идем. Дайте нам дорогу. Разойдитесь. Все видели. Разойдите меня. Отпустите. Вы тоже идете сами. Это он умер. Это он. Есть буза из проса, есть буза из риса. Какую будете пить? Неси нам самую лучшую, чтобы с ног сшибало. Сегодня мы гуляем. И мне начнем. Давай, уродцы. Ставлю целковый. А, золотой мой, давай, дядь. Плов за мной. Ваш черед, султанага. О, святой Джамшид! Сядь, 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 послушай. Сегодня утром я одно дельце обтяпал, сам себя зауважал. Такого сроду не бывало. Я поспорил, что сумею очистить краденные деньги, а их хозяина вором объявить. Поспорили, значит, и зашагал я на скотный базар, а там, гляжу, один лопух ходит. Кошелек у него вытянул, деньги все мигом пересчитал, две тонги свое кольцо туда добавил и снова сунул кошелек ему в карман. Я стал орать: «Караул, ограбили!» Схватил этого дурака и не отпускай его. Нас, конечно, повели к судье. Аксакал выслушал нас обоих и, недолго думая, отдает кошелек мне, а этого растяпа объявляет вором и сажает. Я вернул кольцо и деньги. Так что все по-моему вышло. Жаль мне стало беднягу, сунул взятку кому надо и освободил его. Он чуть с ума не сошел от счастья. Век не забуду вашей доброты. Да, истинный джигит. Прошу вас. Дай мне у Шеше буза что надо. Она мастерица бузу варить.
Жить тебе 100 лет, Шаше! Смотрите, кто к нам пришел! Кто к нам пожаловал? Учитель наш! К нам! Смелее, смелее! Просим! Пожалуйте к нашему Дастархану! Что-то забыли нас! Воистину велика воля Аллаха! Садитесь, учитель, садитесь! Итак, во имя Аллаха, милости, милости! Как самочувствие, как поживаете? Какой миленький мальчик, а? Ой, ты настоящий пончик, да чего ты слава? Я вам забыл сказать, это мои новые ученики, уважаемые. Серьезно? Я хочу их обучить всем ребятки нашим премудростям. Хорошие, ребятки мне, очень хорошие, ребятки очень хорошие. Дорогой мой учитель. Слушай. Отчего эта вода все течет, течет и не может остановиться? Остановится. Только мы этого не увидим, помрем. А ну-ка налейте вот учителю. Вот так, да, да. Налейте. Что вы не пьете, я не пью. Я ведь это, как гласит слово Всевышнего. Учитель, брось эти божьи слова. С каких ты пор перестал пить? Ты что, меня не уважаешь? Нет, нет, уважаю, уважаю, но понимаете, зарок дал. Зарок, говоришь? Вспомни, кто ты такой, чего твой зарок стоит. Вор состарится, святошей станет, шлюха состарится. Свахой будет. Пей. Пей, тебе говорят. Пей, пока по-хорошему просят. Пей же. Ну. Ну, пей, я говорю. Да, давай. Ты, ну, наконец, не порти компанию. Да. То-то же. Хвала тебя, учитель. Молодец. А теперь вы выпейте. Ну-ка. Пейте, пейте. Ну вот. Молодцы. 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 Знаю, наверное, думаете, с каким это знатным человеком судьба вас свела. Происходит наш род из Бухары, благороднейшей Бухары. Дед мой был знаменитым ишаном. Когда отец мой говорил «суф-суф», вода начинала течь вспять. «Уф», скажет, и слепой тотчас же прозревал. Ох, и заливает. Только ему не суждено было долго жить. Эх, царство ему небесное. Оставил он нас. А, вот и Бишбармак. Хвала твоему отцу, Шаше! Съешь-ка вот этот кусочек, кончик. Съешь. Мясо так и тает во рту, а? Да чего вкусно? Что за волшебный казан у Шаше? Золотые руки у нее. А? Ну, поели? Спой-ка, Карабай, нам что-нибудь. В Махале я слышал, ты песни, стихи всякие сочинял. У мальчиков голоса нежные. Верно, он мастер петь. Не умею я, султан Аке, врет все, Аман. Спой. Спой, как умеешь. Спой. Спой, спой, не смущайся, спой, спой. Я тебе разрешаю. Ну чего ты упрямишься? Спой, спой. Послушайте. Начинай. Дарья Ташкент, Сулет Ульфрым, Утал Маймен Яр-Яр, Батыр Маврек, Манзыр Узар, Гитал Маймен Яр-Яр. Откинем ни орык кылген шумайды тош яр яр эй. Рэнгинем ни сары кылген у калам кош яр яр эй. Иптам мыды, ипак мыды, кирген ингиз яр яр. Бызлардан хам ортып мыды эй, севген ингиз яр яр.
ты поешь неплохо. Султанаки, а теперь отпустите домой нас, ладно? Домой? Что тебя ждет там? Мы одной веревочкой теперь с тобой связаны. До гробовой доски. А дома будешь прозябать в нищете. Вот. Сколько за один день мы добыли. Весь свой век гни спину, а столько все равно не заработаешь. Ловкость рук, да и мозгами пошевелить надо. Только не твоими. Ах ты, подлюга. Под шумок у своих воровать вздумал, тварь. Я не... Бычок, а? А ну дай ему. Дай ему по печени. Чего стоишь, бежим! Дай чуть-чуть. Эх, глоточек бы воды сейчас. Ступай к своему дружку Султану, он тебя накормит. Какой он мне друг? Ты что, с ума сошел? Молчи, бродяга-попрошайка. Значит, теперь я стал бродягой-попрошайка. Вот сам-то кто? Я из-за тебя убыток потерпел. Целого барана лишился. Да разве это баран? Он вроде тебя еле ноги таскал. Я бы его откормил. Все равно бы он по дороге сдох. А ты в своих мечтах из одного барана десяток сделал, разбогател. Да тебе-то что, голодранец? Ты в чем есть можешь вернуться? А мне людей стыдно будет. Кто мне поверит, что я вкалывал с утра до ночи? И только тебе вот на этот рваный чепан сумел заработать. И зачем я с тобой связался, оборванец? Ой, не надо так расстраиваться. Помочь, горю, легко. Наймись, сырка. Наденешь бархатные штаны и будешь перед всеми красоваться. Лучше драную кошку найти, чем иметь такого друга, как ты. Мановар хоть чего-нибудь за нее даст, и отстань от меня. Ах так, получай. Пошел ты. Эй, почтенный Аман, не передать ли в городе вашим дружкам, байским сыночкам, привет от вас? Эй! И? Это ты, Пончик? Ой, Пончик. Ой, Пончик, дорогой. Ой, дорогой Пончик. Ой, ну как ты, а? Все тело болит. И голова раскалывается. На кого руку посмели поднять? На потомка Ишанов. У тебя кусок хлеба есть? Откуда? Ой, 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 ой. Голова гудит, вот-вот лопнет. Ты куда это направился? Домой. Наверное, мне с вами не по пути. Как? Я в Ташкент пойду. Ой, в Ташкенте ты пропадешь. Там люди беспощадны друг к другу. Там тебя проглотят и выплюнут. Ты лучше оставайся. Будем по кишлакам ходить.
Народ тут простой, добрый, душевный. Оставайся. Не пожалеешь. Меня здесь все уважают. Говорят, любимый учитель. Хочешь знать настоящее мое имя? Имя, конечно. Мухаммед Латиф ибн Габсил Аксам. Вот так. Меня сам Аллах тебе послал, дружок. Все, что найдем, будем делить по справедливости. Мне мы положим 3 доли, а тебе так и быть 1 выделим. Спасибо, учитель. Я не могу с вами идти, мне в Ташкент надо. Ну что ж, ступай в Ташкент, если тянет тебя туда. А я буду жить один. Один как перст. Истинно мудрые так и живут, сынок. Друг к другу тянутся слабые и глупые. Я пойду. Прощайте, учитель. Эй, стой! Стой, говорю! Стой! Погоди, погоди, сынок! Прошу тебя, учись. Человеком станешь. Потом меня когда-нибудь вспомнишь. Прошу тебя. Стой! Куда? Здрасте, домой. Езжай. Спаси тебя, Аллах. Не поможешь ли ты донести мне эти лепешки? М? С радостью, дедушка. Ну, молодец, умница. Так идем. Что же ты бродишь поздно ночью один, сынок? М? Я из степи иду, дедушка. А, из степи, значит, идешь. Ну, ничего, ничего. Всяко бывает. Воробей, отведавший ташкентского проса, и тот вернется из золотой мейки, сынок. Отец и мать живы? Умерли они. О, упаси Аллах их души. Мать с отцом не вечны, не вечны. Теперь все в твоих руках. Если будешь честно трудиться, нигде не пропадешь. Я вижу, ты босиком ходишь. Ну ладно, ничего, не горюй. На быстрые ноги и калши найдутся. Ну ладно, идем, сынок, идем поживей. Ты чего остановился, а? А, это ведь медресе. Медресе, сынок, чему не доучился, еще здесь доучишься, а? Заходи, заходи, вот молодец. Хаджи Бабо, тут вот у нас сомнение возникло. Когда Абу Муслим, славный и благородный, и Насыр Саяр сошлись в бою, то ударил Насыр Саяр Абу Муслима палицей с такой силой по голове почтенного, что от удара Абу Муслим пошатнулись и сразу в землю вошли.
Это известно всем. А по каких пор вошли? По колено ли? Или по пояс, как напечатано в одной из прошлых книг? В этой же говорится, что вошли они в землю по колено. Где же верно? При первом ударе вошли по колено. Ага. А уже при втором по пояс. А что я говорил? Я и сказал. А при третьем по плечи. Что и я говорил. Только подумайте, если бы этот негодяй погрузил его величество при первом ударе по пояс, то тогда бы они при втором вошли по уши. Но в это просто невозможно поверить. А ты чего? Чего сидишь там в сторонке? Присаживайся поближе к столу, поздоровайся со всеми. Не стесняйся, сынок, вот лепешка. Ассаламалейкум. Бери лепешку. И не спеши так, сынок, хорошенько жуй, хорошенько, а то еще подавишься. Я его в пекарне нашел. Отца матери нет у него, он круглый сирота, услужливый паренек. Помогать нам будет. Верно, верно, Хаджибаба. Он разумный мальчик. Поел немного? Угу. А кишмиш почему не ешь? Завтра съем. Вот и хорошо, сынок, вот и хорошо. Всегда так надо делать. Это черта похвальная. Расчетливость да бережливость к богатству ведут, сынок. Вот так-то. Ну, а сейчас на... Раскури нам чилим, чаек нам завари, а затем и дров накали для очага. Ступай. Все ой, сделаю, молодец, сынок, смышленый же ты, смышленый. Да, ну и времена настали. Люди на базаре разные говорят. Слухи всякие ходят. А что говорят? Будто бы... Цены на зерно повысятся. Своими ушами слышал. Ох, будь проклята эта война. Ничего не поделать. Прошу вас. Спасибо. Мне? Берите на здоровье. Пожалуйста. А вот и вам. А это спрячем. И тогда, рожденный под счастливой звездой Абу-Мусалим, в порыве храбрости вскочил на свою сивую лошадь по имени Кухтач и заградил этому проклятому дорогу. Хвала! От благородного гнева, охватившего его, каждый волосок на теле вздыбился, пронзив кольчугу, подобно травленному копью. И он схватил Насыр Саяра за пояс, воскликнув: «Йоли!» Поднял его вверх над своей благословенной головой и семь раз прокрутив, швырнул в небо. Тело несчастного не показывалось столько времени, что можно было приготовить плов. Потом, протянув благословенные руки в небо, он схватил его, невредимым поставил на землю и сказал: «Эй, Насыр Саяр, отныне не смей так непочтительно задевать честь харасанидов, я предупреждаю тебя!» Правильно. Насыр Саяр поцеловал стремя почтеннейшего и заверил его в своей неизменной покорности. Хвала! Або муслим его исключительно. Або муслим настоящий герой. Это верно. А нынешняя война что за война? Сплошное малодушие. Люди друг в друга из винтовок стреляют. Вот что. Да еще из пушек палят по народу. Разве это справедливо? Нечестивцы, трусы. Воистину. Нет теперь таких храбрецов-героев. Нет. Верно, верно, дорогой хаджа. Мальчишка-то ведь уснул. Да и нам пора. Ух, устал я что-то. Сегодня мы много спорили, утомились. Давайте спать. Верно, верно.
Эй, мальчик, почему чай не несешь? Несу. Уже готов. Сейчас. Во имя Аллаха, милостивого и милосердного. Карабай, пойди-ка сюда, сынок. Доброе утро. Доброе утро. Ну-ка, примерь. О, в самый раз. И вот чапан тоже. Ну, так. О, со мной тебя. Спасибо. А вот еще и сапоги. Они, правда, без голенищ. Ну, ничего, для грязи лучше не придумаешь. Ну, вот и хорошо. Очень хорошо. Спасибо, Хаджи Бубу. Никогда не забуду вашей доброты. Слушай, вот тебе один мири. Купишь у маловара Талиба 2 фунта свечей. Но только хорошо. Прежде понюхай, чтобы они не слишком воняли, а то духи обидятся. Хорошо. А за 9 копеек принесешь бухарского крепкого наса, что продают в табачном ряду. Да. Минутку. Если вдруг по дороге или на базаре встретишь кого-нибудь знакомого, и он станет спрашивать, где ты, чем занимаешься, не надо никому говорить про это место. Да, Бобо. О, не Бобо, а Хаджи Бобо, сынок. Понял, Хаджи Бобо. Понял. Салам алейкум. Алейкум салам. Мир тебе. Карабай, подойди сюда. Где моя шкатулка? Какая шкатулка, Хаджи Бубу? Какая шкатулка, спрашиваешь? Ты прекрасно знаешь, какая. Та самая, где у меня хранится опиум. Откуда мне знать, Хаджи Бубу? Она наверху лежала. Устамир Салим. Вы случайно не видели? Вы вчера ее положили на полку. Там она и должна лежать. Да, она лежала вчера вечером там, куда я ее положил. Гаденыш, это ты! Ты взял ее! Хаджи Бубу, я не брал ее! Ни одной вашей вещи не брал, правду говорю! Даже у нее не открыли, она не могла улететь! Говори, куда ее спрятал! Ты вздумал шутить с этим человеком? Отвечай, куда спрятал шкатулку? Кто сюда заходил после меня вчера вечером? Ни одной души здесь не было, Хаджи Бубу! Ни одной души здесь не было! И сам ты тут ни до чего не дотрагивался! Ах, проклятое отродье! Тихо не прикидываешься! Пришился в моем доме! Не бей меня! Отъелся! Не бей меня! Я еще не заботился! Я сейчас по-хорошему в тюрьму посажу! Там тебя шкуру дерут! Чучело сделают! Здравствуйте, мир вам! Мир вам! Как спалось, так самочувствие? Спасибо, спасибо! Прошу вас, спасибо! А вы как себя чувствуете? Я не опоздал? Не обращайте внимания! Котенок! Мир вам, благодарю вас, как ваше здоровье. Шкатулку я не брал. Ну почему вы мне не верите? Думаете, можно на сироту завалить? Слава, допустим, ты не виноват. Хорошо, кто мог взять в таком случае? Отвечай! Боюсь оговорить других. Не хочу грех на себя брать. Эх, до каких времен мы дожили. Не говорите. Да. А вы слышали новость? Так, так. Знаете, что сделал купец Хаджа? Нет, нет. Что же он сделал? Да говорите, что он сделал? Даже в голову такое прийти не может. Он поехал на фронт.
собрал с убитых солдат сапоги и привез в Ташкент целый вагон. О, Всевышний, не верю своим ушам. Потом он отрезал голенища, пробитые пулями, и получились башмаки, ну, вроде кауши. Теперь продает их по дешевке бедному люду. О, Бог мой, надо же. Да. Он забыл, как же эти кауши называются. А, вспомнил. Опорки называются. Чего смеетесь? Он все верно говорит. Я Карабаю точно такие купил. Они и есть башмаки. Лучше уж в них, чем зимой босиком ходить. Да. И это обувь с мертвых-то носят. Тоже ли? Что же дальше-то будет? То-то и оно. А вы другое послушайте, что народ говорит. Цены на ткани повысятся. Неужели? Вот тебе на. И кое на что еще говорят, будет повышение. Этот Герман великая беда, будь он проклят. Да, великая беда. Надо же, Николай с французом с одной стороны, а Герман этот с другой прет. Завязалась борьба не на жизнь, а на смерть. Какой он из себя, этот Герман? 6 пар глаз у него вокруг головы. Да притом еще крылья на спине. Вот он каков оказывается. И еще говорят, он ползучую пушку придумал из племени драконов. О, кто Германа остановить сможет? Нет славного Абу-Муслима. Перевелись богатыри такие великие, как он. А вы слышали, о чем еще говорят люди на базаре? О, что говорят? А? Будто среди царского войска пошла большая смута. Да ну. Не хотим воевать, говорят. О, Всевышний. Пускай царь и его министры с Германом сами воюют. Вот о чем говорят. Молчи. Хаджи-бабо, отчего все это? Я предупреждал вас, не лезьте в политику. Это вы во всем виноваты. Ты что тут копаешься в темноте, мальчик? Меня же отсюда выгнали. Как я пойду домой в дырявом чапане? Хоть подлатать немного надо. Эх, бедненький ты мальчик. Сейчас ночь лунная. Ты уж уходи поскорее. Жаль, что так все получилось. А я ведь думал весной змеи для тебя сделать. Такая уж, видно, судьба. Жаль. Знаешь что? Пока все спят, приступай себе потихоньку. Еще Джибабо любит поговорить. А зачем тебе с ним много объясняться? Thank you.
Ассаламу алейкум, дешевая. Вернулся. Ага, домой иду. Вернулся. Где так долго пропадал? Бедняжка мать. Как она хотела тебя увидеть. Опоздал ты, сиротинушка. Мужайся. Горе не должно тебя сломить. Мать тяжело болела, а месяц назад мы ее похоронили. Эх, сынок, слишком рано вы осиротели.